85-летний юбилей отмечает одно из старейших предприятий «Магнитки» акционерное общество «Горэлектросеть». Торжественное мероприятие состоялось в администрации города. Из рук главы заслуженные работники получили почетные грамоты и благодарственные письма. За годы своего существования «Горэлектросеть» прошла огромный путь развития. История предприятия начинается 22 июля 1933 года, когда на Магнитогорском металлургическом комбинате был образован низковольтный электроцех бытового значения. Именно на базе электрохозяйства ММК спустя 60 лет был образован трест «Горэлектросеть». Ну а в прошлом году, согласно постановлению главы города, муниципальное предприятие окончательно преобразовалось в акционерное общество. Но какими бы ни были названия и формы собственности, главная миссия всегда оставалась неизменной – нести людям свет, стабильно обеспечивать Магнитогорск электроэнергией. С этой задачей предприятие успешно справляется. На сегодня нерешенных вопросов у нас нет. Вашего профессионализма хватает, вы помогаете, вы находите выход. Даже в безвыходных ситуациях вам огромное спасибо от меня как от градоначальника, вам огромное спасибо от меня как просто от жителя города. Всем вам спасибо, всех вас с праздником. На праздничном юбилейном вечере в администрации города лучшим работникам «Горэлектросети» были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. Не остались обделены вниманием и ветераны. 28 лет жизни посвятила предприятию Лидия Колбасенко. Она работала инженером-электриком. Сначала на участке по ремонту электросчетчиков, потом в производственно-техническом отделе. Там Лидия Александровна пришлась как нельзя кстати. 18 лет она возглавляла этот отдел. Все наши программы, они внедрялись, реализовывались и... Город это чувствует. Ни одной крупной аварии в нашем городе по вине электриков не было. Сейчас в «Горэлектросети» работает и дочь Лидии Михайловны. Возможно, преемственность поколения – одна из причин стабильной работы. К слову, крупных отключений по вине предприятия не происходило уже много лет. Всем спасибо за тот вклад, который вы в каждой своей отрасли, в каждое свое время внесли в становление развития нашего предприятия. И это мероприятие в вашу честь. С праздником. Павел Берсенев, Александр Макаров, телекомпания ТВИН.